Ну что, котятки мои хорошие, всем привет! Депрессию как рукой сдуло после ваших комментариев под прошлым видео. Спасибо большое каждому за поддержку, я всех люблю и обнимаю, ребят. Сегодня хотел поговорить на тему блогеров, и начну я, пожалуй, с Евгения Эванса. Он постоянно попадается у меня в Ютубе, чтобы я не листал, я ни разу не заходил на его канал и не интересовался контентом. И буквально на днях решил все-таки посмотреть. Начну, наверное, с минусов. Я просмотрел 4 последних ролика на его канале, и меня хватило буквально на 5 минут. Я включал видео, смотрел 4-5 минут и понимал, что дальше я не могу. Дальше вот не могу и все. Он берет определенную проблему, которая происходит у него в жизни, раздувает из мухи слона и делает это минут на 15, на 17. Я понимаю, что когда ты один, тебе нужно высказаться, и в принципе влог для этого и существует. Я ни в коем случае не осуждаю его контент, просто лично мое мнение, что там не хватает движения, не хватает динамики, нет музыки, нет поочередности кадров, то есть все снимается вот в таком обычном статичном плане. Мне, как зрителю, становится скучно. И терпеть больше 5 минут, к сожалению, как бы я ни старался, я не могу. Второй минус, что он пошел по марафонам и по курсам. Так получилось, что я попал именно в этот промежуток времени, когда он начинает рекламировать себя, свои знания и пытается их продать за денежку. Это неплохо, не хорошо, каждый второй блогер сейчас этим занимается. Просто мое отношение, многие уже из вас знают, если ты открываешь курс или марафон, ты должен иметь образование, ты должен иметь опыт работы и хотя бы еще отзывы. Это мое отношение лично к курсам и к людям, которые их открывают. Я не хочу сказать плохо ничего про Женю, он вправе делать все, что он хочет. И открывает он курс на теме Ютуба, как открыть свой канал, как начать зарабатывать, как поверить в себя, как сидеть на камеру, как научиться говорить, ораторское искусство и прочее. Это, конечно, здорово, супер, это может действительно помочь многим людям, которые хотят что-то выкладывать на Ютубе. Но с другой стороны, моя точка зрения заключается в том, что очень много, просто сотни тысяч материала на самом же Ютубе в бесплатном доступе, где каждый может просто включить и наслаждаться информацией. Взять ручку, тетрадку и элементарно начать записывать какие-то конспекты и не платить за это вообще ничего. Но опять же, он делится своим опытом и, возможно, действительно он может посоветовать что-то грандиозное и открыть перед вами какой-то секрет, как добиться успеха на Ютубе. Ну и третий минус, который я заметил, он постоянно почему-то плачет и ноет. Что бы в его жизни ни произошло, он постоянно в каких-то истериках, постоянно чем-то недоволен. То у него неудачные свидания, то у него неудачные знакомства, кто-то его блокирует, кто-то ему что-то пишет в комментариях, хейтит, ему это все не нравится и доводит до слез. На мой взгляд, это сделано специально для контента. В жизни, я думаю, он не настолько обидчив и не настолько все близко к сердцу воспринимает. Но опять же, я могу ошибаться. Ну а про плюсы Жени, это то, что он действительно хорош и шикарен. Он умеет следить за собой, ухаживать за своей внешностью. На внешность он очень милый, и его хочется смотреть и слушать. Второе, у него подвешен язык, и он умеет формулировать мысли. Не каждый блогер этим может похвастаться. А третье, я рад за него, что он переехал в Америку, пытается устроить там свою жизнь, ведет открытый образ жизни, и ничто ему в этом не мешает. Никакие законы, гомофобия и прочее. Я бы посоветовал ему вести бы влог, немного перемещаясь хотя бы в пространстве. Я не знаю, смотрит меня кто из фанатов и поклонников Евгения Эванса. Я не хотел ни в коем случае его обидеть или обидеть вас. Сравнивать себя и такого успешного блогера я не буду, потому что это просто глупо и незачем. Каждый делает то, что ему нравится, и делает так, как ему нужно. Но критику или субъективной точки зрения никто не отменял. Я хочу пожелать Жене успехов, перестать плакать и наконец-то встретить своего любимого человека. Вот так. Пару дней назад у меня гостила старшая племянница, обсуждали все, что только возможно, и опять я ничего не снял. Ходили с ней в кафе «Пропаганду», потом посидели дома, чайку попили, я приготовил шарлотку с кремом. Никак не могу включить камеру, когда она рядом. Видимо, из-за того, что наша встреча всегда происходит в тот момент, когда я немножечко отстранен от съемок. Юля, прости меня, извини меня, но уже, по-моему, 5-й или 6-й раз я обещаю снять тебя в своем блоге. Надеюсь, следующая наша встреча не пропадет даром, и мы обязательно снимемся вместе в одном кадре.
последнее время моя юка какая-то поникшая, ребят. Может быть, кто-то знает, что нужно сделать? Я вроде бы ее и опрыскиваю, и поливаю, конечно, не каждый день. Но вот что-то она какая-то вот прям вот стала, видите? Прям поникшая. Вообще не знаю, что делать. У кого какие советы, пишите. Мне очень интересно, что же, как же ее оживить? Почему она вверх не смотрит? Почему она как-то вот в плачевном состоянии? Только не умирай, пожалуйста! Артемий Лебедев. Я не подписан на этого блогера, дизайнера, ведущего, даже не знаю, кто он там еще и кем он является. На него подписан Андрей, мой друг, и когда он смотрит его, так получается, что я нахожусь рядом и краем глаза наблюдаю за его контентом. Артемий Лебедев – человек действительно с подвешенным языком, который умеет шутить и оставлять свое лицо при этом кирпичом, вообще не выражая никаких эмоций. Я даже не знаю, если он выражает удивление, то его большие глаза еще становятся больше и просто выкатываются из орбит. Артемий Лебедев, спасибо тебе большое за твои выпуски, ведь именно под них я почему-то засыпаю как ребенок. Его я предпочитаю смотреть только со спичками в глазах. Либо это его тональность, либо это его подача информации. Она как в институтах на лекциях каким-то фоном шумит, и ты стараешься не уснуть. Смотришь его контент, смотришь, понимаешь всю проблему и суть, но почему-то ты залипаешь и отъезжаешь. Возможно, это его магия. Тот, кто смотрит Артемия Лебедева, пожалуйста, объясните мне. Как заставить себя не уснуть, когда ты его смотришь? В целом у него яркая, насыщенная и качественная картинка. Его приятно смотреть и изучать каждую мелочь в кадре. То у него какой-то пупсик стоит на столе, то какая-то картина, то какое-то лего, то какая-то игрушка мягкая. Постоянно в студии что-то меняется, и это прикольно. Как я понял, берет Артемий Лебедев всю информацию из открытых источников и просто их комментирует. У него классный контент, и улыбку он мне прям приносит, вот просто ничего, грубо говоря, не делает. Он говорит все, что думает, и притом прям вот так, как есть. Матом значит матом. В этом его, наверное, изюминка какая-то. К тому же он очень образованный человек, семьянин, со вкусом и с творческим потенциалом. Дизайнер как-никак. Подписываться на Лебедева я не стану, иначе я буду уходить в долгий сон раньше положенного. Но советую вам посмотреть, я оставлю ссылку под этим видео, гляньте. Оцените, кто еще не знаком с его контентом. Возможно, это будет некая замена программы «Время» на Первом канале или «Вести» на канале «Россия». Потому что все, что говорит Артемий, фильтруется и не выходит на вещание телеканалы. Возможно, с его новостями вы будете более проинформированы. Ну а кто под него не засыпает, у того иммунитет. Артемий, спасибо тебе за новости. Но я их буду иногда подглядывать у Андрея. Ребятки, Андрею подарили на работе вот такую штучку на 23 февраля. Ну давай, распаковывай. О, ничего себе. Это же кусок бумаги. Yes. Что это за листочек? Что это написано? Содержимое. А, содержимое? Фига себе. Что здесь такое? Это что такое? Ароматный чай. О, а он черный, зеленый какой-нибудь? Покажи. Непонятно, да? Что там дальше? Слоеная печенька. Ого. Далее. Че, это отсюда, да? А, это было на коробочке слоеная печенька. Ага, далее. Шоколадное драже. О-о-о. Ничего себе. Шоколад. Смотрите, кстати, все выполнено в одном дизайне. Неужели Артемий Лебедев постарался? Так, это что такое? Блокнот. О-о-о. С ручкой все дела. Теперь будешь записывать все мысли. Пусть он будет пустой. Тебе? Будет всегда пустой. Да ладно, перестань. Смотри, какой. О, еще и в линейку. Прям как пропись в первом классе. Наклон. И та-та-та-ра-ра-ра. А это что такое? Портмоне? Что это? О, что это такое? Не могу понять. А что это такое?
Это чё? Вскройся сам. А, это открывашка, да, для бутылок. Ёшкин ты. Я не понял, почему такой разной формы. Не знаю, может, разные бутылки. Даже есть линеечка, кстати. Хм. О, можно, наверное, как это, знаешь, наливать. Так, и... Да-да-да-да-да-да! Еще одна кружка в нашем доме! Уже восьмая! Настоящий мужчина! Я тебе еще две не привез, кстати. Мужчина настоящий! Really мужчина, really! И что тут еще? О, виски! Виски Стоун, камни для виски, что это такое? Если вы в Америке, то вам так. Да ты меня сним, о, эту снимай. А, меня. Ну ладно, а что это такое? Ну, говорю, если вы живете в Америке, то вот так, если в России? На Сахалине, то так. Ага, ого. Да, в России. А что это вообще? Я сам ни хера не понял. Давай смотреть. Камни для виски. Давай смотреть, что это. Что делать, я что-то камни. Что делать, виски кидать? Они типа может, их надо охладить, наверное, становятся ледяными, и они дольше холод держат. А, во, точно. Вот мое предположение. А там нету этой всякой инструкции? Где эту пачечку ты видишь? Мне кажется, так и есть. Да может на этой бумажке. Надо просто покупать. Ну там. Ой, там очень мелко, я не увижу. Состав. Картон, да. Стеатит. И как его использовать? Производитель Китай, поставщик России. Перед употреблением кубики для виски на, да, на 1-2 часа помещают в морозилку. Да, они как вместо льда. А, все понятно. И что там еще? Все? Сено? Сено. Ой, ну сено надо ставить. На зиму. На всякий случай, мало ли понадобится. И коробку надо аккуратно Коробочку, сохранить. Да. Так что так. С 23 февраля, Андрюша, иди обниму тебя. Иди обниму тебя. Сегодня получился такой небольшой бытовой, я бы даже сказал, домашний выпуск. Во время записи этого видео у меня возникли проблемы на YouTube. Кто-то либо заказал ботов, чтобы они могли замочить мой канал, либо это сбой у самого YouTube, но под одним видео пишут много комментариев практически одинаковых. Я не знаю, кто это делает, но большое вам спасибо. Если вы меня так ненавидите, это все-таки вызывает какую-то эмоцию. Лучше, чем ничего. Но пока я буду с этим разбираться, я хочу поблагодарить вас за то, что вы досмотрели это видео до конца, поставили лайк и подписались на мой канал. Переходите по ссылке под этим видео и добавляйтесь на мой инстаграм, становитесь моими новыми друзьями. Что бы ни произошло в этом мире и что бы ни было в политике, я вас всех люблю, целую и крепко обнимаю, вне зависимости, в какой стране вы живете. Увидимся с вами совсем скоро. Всем пока. Чуть не забыл, ребят. Блин, из головы вообще вылетело. Всех с Днем Защитника Отечества с 23 февраля. Берегите себя. Здоровья вам крепкого. Успехов, удачи, всего-всего самого наилучшего. Звездного неба над головой. Мирного неба, чтобы у вас все было хорошо. С праздником. Теперь все. Пока.